Потому что я... Тут еще надо ассистента, который просто за спину, за майку будет тебя вести. Сзади будет придерживать. У меня на стедике так в театре, когда снимал это поздравление, через весь театр, когда шли. А, меня вел, держали, да? Потому что там ступеньки, мне задом. Вообще нереально. Стрелять буду. Давай, давай. Встречайся. Мы к рельсам пойдем. И это называется тест. Тест-драйв гимбла. Если тут будет ровно, то будет все нормально вообще туда. Тест-драйв. Да нафиг, подожди. О, понял. Что-то я понял. Если будет usable, тогда нормально все, значит. У меня тут зато usable вообще. Ветер. Сейчас бы на стедике уже бы так не понравилось бы это. Ты есть как есть, я буду им говорить. Mm-hmm. Чуть-чуть медленнее, так, вот. Нормально идем. Такие пацаны.